політика – мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях» и с вами, как всегда, по пятницам. Я ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Добрый вечер. Сегодня у нас необычный гость. Это Йонас Ланяускас. Это начальник отдела по работе с молодежью города Вильнюс, Литва. Добрый вечер. Добрый вечер. Йонас, ну, собственно говоря, редко бывает, когда к нам в студию приходят гости из-за рубежа, и тем более, ну, скажем так, из, там, скажем, просвещенного Евросоюза, так, да, куда мы сейчас вот всей страной пытаемся добраться. А, давайте поговорим о том, что вы сделали такого вот в Литве касательно молодежной политики, и что считаете, вот, ну, каким путем должна идти вот, ну, Украина, в частности, Николаев в этом плане. Но если мы будем говорить о молодежной политике, мы, конечно, будем говорить о Вильнюсе, так как я представитель Вильнюсского самоуправления. То есть у нас в Вильнюсе есть 5 основных направлений, с которыми мы работаем. И на наш взгляд, они достаточно правильные и продуманные. То есть это мы начинаем с работы с активными молодыми людьми, то есть работаем с студенческими представителями, со школьными представителями, с молодежными лидерами. И второе направление, мы работаем с молодежью, то есть мы смотрим уже на молодежь как на клиентов. Это основной метод, это молодежные центры, центры неформального образования, работа с молодежью на улице. Следующая сфера, где мы активно тоже работаем, это молодежное информирование. То есть наша цель, чтобы каждый молодой человек узнал о тех возможностях, которые предоставляет город. И, естественно, мы коммуницируем с молодежью в тех местах, где молодежь постоянно проводит время, это соцсети. Четвертая сфера – это представление интересов молодежи. Основная цель не только вильнюсской молодежной политики, но и всей Литвы – это чтобы все решения, которые так или иначе повлияют на молодого человека, чтобы они были приняты вместе с молодым человеком. И пятое направление – это межведомственное сотрудничество, когда мы говорим, в любом случае, молодежная политика, молодежь есть везде. То есть, и важно понять, что это горизонтальная политика, и, соответственно, мы через работу с другими министерствами, департаментами пытаемся, чтобы молодежная дименсия возникла и в других политиках образования, здравоохранения и так далее. Вот вы, среди прочего, вы сказали о том, что вот вы информируете о том, что город предоставляет молодежи. О чем идет сейчас речь? Что, какие программы у вас молодежные осуществляются в городе? В первую очередь мы говорим о внешкольном образовании как таковом, то есть где молодой человек может провести свободное время, как молодой человек может получить, например, финансирование на свою идею, где может молодой человек получить консультацию на любые темы, начиная от трудоустройства, заканчивая, куда ему поступить или в какую страну Европы он хочет поехать учиться. И, конечно, о всевозможных мероприятиях, которые проводят как самоуправление, так и молодежные организации, и о самих молодежных организациях. Это тоже важно, потому что в Вильнюсе сейчас 14% всей молодежи участвует в молодежных организациях. Мы хотим, чтобы этот процент был не меньше 20%, так как считаем, что молодежные организации, общественные организации как сектор, это является одним из принципиальных основ гражданского общества. Йонас, вы затронули вот вопрос учебы в других странах, да? Скорее всего, наверняка у вас есть какая-то статистика по, ну, назовем это оттоком молодежи из Вильнюса или из Литвы вот в другие страны, да, на учебу, либо на работу. Вообще, какой процент, какая тенденция, вот увеличение, уменьшение, либо, ну, вот какие-то цифры есть на этот счет? Сейчас я конкретные цифры не скажу. Ну, приблизительно хотя бы. Приблизительно в год из Вильнюса уезжает около 3000 человек, молодых людей. В данном случае сейчас тенденция идет на возвращение. То есть, в любом случае, почему люди возвращаются, люди получают образование свое за рубежом?
Я не скажу, кто больше возвращается или уезжает, потому что здесь вопрос декларирования своего места жительства. То есть человек может и уехать, но декларировал свое место жительства в Вильнюсе. Поэтому сложно сказать точный приезд-отъезд. Сейчас мы, как Вильнюс и Литва в целом, принимает много мер, чтобы и программ, чтобы люди возвратились в Литву. Чтобы молодые люди, закончив университет в другой стране, чтобы они могли приехать в Литву и свой опыт, приобретенный в других странах, внедрить в нашей стране. А чем это обусловлено? Ну вот, допустим, люди возвращаются, то есть они возвращаются ведь не только там к папе с мамой, да, или просто вот на родину, угу. Да? Наверное, это связано с более приземленными вещами, то есть с работой, конечно. Там, с уровнем зарплаты, там, ну и какими-то другими вещами. Я думаю, это связано в первую очередь, конечно, с общим уровнем проживания, но это также связано с самим взглядом государства на молодого человека. И когда государство само стремится, чтобы молодой человек приехал через какие-то программы, ну, к примеру, у нас люди, закончившие какое-то образование за рубежом, они приезжают и не могут устроиться на работу, то есть есть контракты годовые, в данном случае в разных госструктурах Литвы. Соответственно, и люди приезжают, им это интересно, они хотят сделать так, чтобы Литва чем быстрее стала более успешным государством, и каким-то образом помочь тем госструктурам, в которых они работают. Вот как раз о госструктурах. Смотрите, вот у нас большая проблема, да, вот в частности в Николаеве, вы, скорее всего, уже об этом знаете, о том, что у нас вот госструктура – это очень малооплачиваемая, собственно говоря, ну, так получилось, малооплачиваемые специалисты, да. Как с этим делом обстоит в Литве, в частности, ну, в Вильнюсе, да, и второй вопрос – сразу же, как вы считаете, какая основная мотивация молодых людей идти в госструктуры? Мотивация основная молодых людей идти в госструктуры, я думаю, это в первую очередь так или иначе участвовать в тех изменениях, которые происходят. Это была моя мотивация, почему я работаю сейчас, и в основном я знаю много молодых людей, которые работают в госструктурах, и для которых деньги являются важным аспектом, потому что семьи, содержание, но есть идея, почему мы там находимся и ради чего мы работаем. И, наверное, вот это основная мотивация для молодых людей. Конечно, люди, основное, что я могу сказать о молодежи, мне кажется, что молодежь разная. Мне бы хотелось, чтобы каждый молодой человек, который приходит в госструктуру, ему было бы интересно там. И мы со своей стороны, как Вильнюсское самоуправление, делаем все, принимаем на практику, чтобы люди поняли, им и для них это или им это неинтересно. Но если не приходят, чтобы они работали от сердца. Касательно зарплат, ну, сравнивая опять же с ситуацией с коммерческим сектором, зарплаты меньше. Это однозначно меньше. А в каком приблизительно соотношении? Потому что у нас где-то, ну, наверное, 1:4, если так, да, вот приблизительно. Видите, мы тут, конечно, смотрим и о секторах. Если это IT-сектор, как и у вас, он хорошо оплачиваем, так и в Литве он хорошо оплачиваем. Я думаю, что 1:4 вряд ли, но 1:2-3, я думаю, такая диспропорция есть. Говоря о привлечении молодежи к изменениям в стране, есть еще одна сфера, собственно говоря, изменений, это политика. Да? Как у вас обстоят дела вот, с активностью молодежи, походами в эту политику, участие в политической жизни? Я сейчас не говорю о выборах, я говорю сейчас именно о каких-то карьерах, о принятии участия в там, политических партиях, там, вот таких вот движениях политических, общественных. На самом деле, сама молодежная политика Литвы, она построена на участии. То есть у нас есть своеобразные структуры, такие как Совет по делам молодежи на национальном уровне, на городском уровне, где молодые люди через выборы, которые выбирают другие молодежные организации, они в первую очередь ознакомливаются, что это есть такое политика. Потому что в молодежной политике, когда человека избирают, и он использует те или иные методы, чтобы его избрали, он уже понемножку начинает понимать, что это такое, с чем он столкнется, если пойдет в политические партии и дальше будет строить свою карьеру в политической деятельности. Наш опыт говорит о том, что многие люди, которые были лидеры молодежных организаций, они понемногу идут в политику. Идут в политику, конечно, не все, те 14%, о которых я говорил, но часть людей, которые видят, что у них это получается, им это интересно, они идут дальше. То есть, ну, к примеру, в Вильнюсском самоуправлении были лидеры молодежных организаций, сейчас они являются членами совета. И это молодые люди, которые 20-25 лет, 23 года. То есть, те люди, которые, у них был опыт молодежной политики, они идут в какую-то политическую деятельность.
Смотрите, вот если сравнивать Литву и Украину, да, то мы по территории больше, но в экономическом плане мы, ну, слабее, да. И у меня такой вопрос. Как вы считаете, почему вот так вот у вас там 14%, да, вот молодых людей принимают активное участие в общественной жизни? Почему это, ну, такой процент, и что мешает его увеличить? Вот как вы считаете, какие-то мировые тенденции, да, и увидя, вот общаясь в Николаеве, да, вот я так понимаю, у вас там был ряд встреч с молодежью, с нашими чиновниками соответствующими, какую проблематику бы вы отметили в Николаеве? Мне кажется, во-первых, не все должны быть политиками, то есть не все должны быть участвовать в молодежных организациях. Каждый человек, у него есть своя цель, если он хочет играть на пианино, этим профессионально занимается, ему не обязательно идти в молодежную организацию. То есть, почему 14%, я считаю, что в любом случае всегда есть часть общества, которая активная, мотивирована, и это не зависит от государства. Будь то Западная Европа или Восточная Европа, в Западной Европе есть механизмы, которые просто активизируют эту молодежь, этот процент, естественно, больше, но я считаю, что основное и ключевое понятие молодых людей, что они разные. Что они разные, и для одних молодых людей это интересно, и они идут туда. И наша цель, как самоуправление, как госсектор, сделать так, чтобы все талантливые молодые люди пришли на госслужбу или пришли в политику. Но есть и другие молодые люди, и наша цель, чтобы эти молодые люди получили те или иные услуги, качественное образование, качественную внешкольную деятельность, клубы по интересам, досуговые клубы, и чтобы они в любом случае нашли себя в других сферах. То есть, мне кажется, что ответ на ваш вопрос – молодые люди разные. Говоря о Украине, мне кажется, что есть технические моменты так, чтобы повысить просто-напросто через конкретные программы для молодежных организаций, через выделение средств на помещение, например, и таким образом активизировать часть молодежи, чтобы они видели отдачу от своей деятельности. Потому что почему люди идут в молодежные организации? Потому что они видят конкретный результат, чего они могут добиться. И в этом случае, мне кажется, государство должно помочь молодым людям реализовать себя. И тогда этот процент будет больше. Опять же, делая одно, не надо забывать о другом. То есть не всем нужно идти в молодежные организации, и поэтому должны развивать и другие услуги, которые также для молодых людей очень-очень важны. Ну вот говоря о неких молодежных организациях, да, мы же понимаем, что если молодые люди, ну, юноши, девушки идут туда, неважно в какую организацию, то они ставят перед собой некую цель, да, то есть, как вы сказали, упомянули, они хотят чего-то добиться. Но есть ведь другая еще параллельная, как бы, молодежная жизнь, то, что называется субкультурой. Да? То есть субкультурные направления какие-то. Конечно. Вот если можно, какие-то интересные, может быть, субкультуры, вот такие вот, ну, я не знаю, как это правильно назвать. Специфика вашей субкультур, страны. Да. То есть отличное вот от нас, может быть, что-то интересное, новое, чего еще здесь нет. Мне кажется, что многие вещи, все равно информационное пространство, но оно очень похоже, и многое то, что у нас есть у вас. Что бы отметил, когда ехал по городу, заметил, что у вас немножко меньше стрит-арта, граффити. В Вильнюсе, к примеру, для нас это является очень полезной субкультурой, и оно говорит об открытости города, об открытости города к новому. К примеру, у нас есть определенное количество стен, где каждый молодой человек, граффитер, может прийти и без никаких обязательных разрешений нарисовать там свое граффити. С 8 до 10 утра. То есть отдельные места, где он хочет нарисовать граффити, ему нужно просто согласовать, и ему дают. У нас есть огромный стрит-фестиваль, когда огромные стены, огромная квадратура разрисовывается всевозможными рисунками стрит-арта. И мне кажется, что, говоря о стрит-арте, о граффитерах и о культуре граффити, это немножко и деструктивная субкультура, она может очень сильно повлиять и в позитивном плане на развитие города. И мне кажется, что именно вот наша задача – это создать те условия, чтобы люди из тех граффитеров, которые делали это нелегально, шли в легально, легализировали, скажем так, и так или иначе активно делали город красивее. Ну, мы же понимаем, что нелегально-то ведь оно более притягательно, да, то есть где-нибудь, чтобы когда никто не видит, ночью, там, вечером что-нибудь на
конечно, наливать какую-нибудь там, красиво или некрасиво, это второй вопрос, да, а когда приглашают открыто, ну, человек может и отказаться, зачем, это все видят, это не так интересно, хотя есть и люди, которые стремятся стать художниками в будущем, да, видят себя художником, а это как раз для них. Какие еще, может быть, интересные, ну, недеструктивные, я имею в виду, субкультурные? Я бы не сказал, что это граффити, это деструктивное. Ну, скажем, относительно. Я думаю, да, это относительно. Говоря, например, о других субкультурах, то есть в любом случае мы можем говорить о молодежи, которая проводит время на улице, то есть которая проводит время, в зимнее время года, она проводит это время в больших центрах, торговых центрах. Это тоже своя субкультура, где люди по интересам собираются и так или иначе пытаются создать свой досуг. И в данном случае мы говорим о спальных районах городов. Я думаю, это во всех городах такие субкультуры существуют. Да. Вот сейчас вот еще один наводящий вопрос, прошу прощения. Вот у нас, насколько я знаю, планируется, ну, во всяком случае, я слышал об этом, планируется создание некоего такого хаба, такого, ну, вот некоего здания, куда будут приходить молодые люди, там будут у них и свободный интернет, кто-то будет заниматься там компьютерными какими-то делами, кто-то общаться, кто-то читать книги там, и так далее, и так далее. Вот что-либо подобное существует в Вильнюсе? Mm-hmm. Вот такие замкнутые Конечно. Пространства, большие? Mm-hmm. Куда люди приходят? Конечно, это в принципе европейская традиция, уже такая стала традицией, то есть такие коворкинг-центры или хабы, как вы их называете. В Вильнюсе есть не один такой центр, они базируются как в центре города, так и у нас. Но они есть... достаточно популярны? Да, они достаточно популярны среди активной молодежи, которая занимается теми или иными проектами. Это может быть и бизнес-проект, и это может быть фрилансеры, которым просто нужно место. У нас есть, как я уже сказал, в центре города место, где есть свое кафе, отличные помещения, есть самоуправление, участвует в таком проекте, как Тех-парк. Это техническое направление парка, где тоже существует коворкинг центр, где люди могут приходить, работать. Есть отдельный центр для молодежных организаций. То есть, да, такие формы работы существуют, и они на самом деле работают. Ну, просто как я уже перед этим сказал, разная молодежь, части молодежи это надо, и такие центры должны создаваться, мне кажется. Вот смотрите, мы сейчас затронули такую тему, вот это вот такая андеграундная молодежь, да, то есть с такими, скажем, непопулярными увлечениями. Например, ну, ничего греха таить, Николаев, ну, достаточно, ну, скажем, назвать это субкультурой нельзя, ну, скажем, такое общее правило, там, например, употребление алкоголя, там, ну, не будем говорить о наркотиках, сейчас не готов на эту тему говорить, но очень часто можно заметить, например, в летнее время, что очень много молодежь проводит там, распивает там спиртные напитки и так далее. Скажите, как у вас с этим обстоят дела, и какие меры вы предпринимаете для того, чтобы, ну, скажем, перенаправить досуг от алкоголя во что-то такое вот более социально полезное, скажем так. Один из механизмов, конечно, что, ну, сама проблематика, которую вы затронули, она достаточно комплексная. То есть тут понятно, что и работает и система здравоохранения, и система образования, и система молодежной политики. Чем мы занимаемся, основная работа ведется именно в молодежных центрах. То есть у нас два направления молодежных центров. Одни – это направлено на активных молодых людей, о которых мы перед этим говорили, хабы, коворкинг-центры, и второе, молодежные центры, которые находятся в конкретных районах, где мы видим, что существует небольшой уровень социального риска. И, соответственно, мы пытаемся, чтобы эти люди и местная молодежь была в этих центрах, чтобы она проводила время с нашими молодежными работниками, и таким образом мы создаем им безопасное пространство. Безопасное пространство, в котором нельзя употреблять алкоголь и нельзя употреблять наркотики, это однозначно. И таким образом мы создаем им здесь комфортные условия. Потому что почему человек делает то или иное, употребляет алкоголь, это комплексная проблема. То есть это может быть и из-за ситуации в семье, и из-за того, что просто друзья предложили. Потому что у молодого человека есть какие-то эмоциональные вызовы в его жизни. Поэтому в данном случае мы со своей стороны, с точки зрения молодежной политики, у нас есть первый метод – молодежные центры, второй метод – это работа с молодежью на улице, третий метод – это, конечно, образовательная часть, когда мы проводим те или иные семинары на такую тему, у нас есть специальная сеть
людей, молодых людей, которые работают с другими молодыми людьми и работают именно на эту тему. Каким образом не употреблять, то есть и показывают хороший пример, потому что цель основная, чтобы пить это было не модно, то есть это было совсем плохо. То есть это вопрос культуры, да. И вопрос достаточно комплексный, то есть не одна политика, только молодежная политика, но эту проблему, на мой взгляд, основательно не решит. То есть это очень глубокие корни у нее. Смотрите, вот говоря о... Вот говоря о том, что это не модно, да, мы невольно затрагиваем такую тему европейские ценности. Вы в Евросоюзе 2004 года, ну, в смысле, не вы лично, а ваша страна, у нас периодически происходит перекос, ну, благодаря тому, что у нас происходит на востоке страны и так далее, то есть у нас идет там, ну, целевая пропаганда, и вот очень сильно передергивает понятие европейских ценностей. Вот вы уже, грубо говоря, там 13 лет в Европе. Какие европейские ценности, по вашему мнению, вы вот, ну, придерживаетесь, выращиваете, какие результаты получились? Я думаю, что основная европейская ценность, я думаю, что это в данном случае, опять же, нужно понимать, о чем мы говорим и каких вы имеете в виду европейских ценностях. А вот вы расскажите, какие есть у вас, что, какие, думаю, что... Вот вы молодежи прививаете, вот самое важное. Вот... Уважение. Уважение. Уважение к себе и уважение к другим людям. То есть это, я думаю, что это очень важная ценность, о которой мы говорим и которую мы пытаемся прививать. Вторая ценность – это ответственность. Ответственность за себя и ответственность за других. Потому что мы считаем, что эти вещи, они принципиальны в развитии любого общества. То есть мы должны уважать друг друга, и мы должны понимать, что наши любые поступки, у них есть свои последствия. И вся наша система как таковая, мы пытаемся придерживаться именно этих двух принципов. И один еще принцип, который для нас также важен, это участие молодежи во всех процессах. То есть если мы говорим и хотим создать программу в конкретной школе X, связанную с неупотреблением алкоголя, то есть мы идем в эту школу, разговариваем с молодыми людьми, разговариваем со специалистами и вместе с молодыми людьми принимаем то или иное решение. И, соответственно, уже с точки зрения самоуправления помогаем финансово то или иное решение провести в жизнь. Потому что есть много молодых людей, которые тоже не согласны с этим. Они говорят, что это плохо. Мы говорим о разных вещах, о той теме, которую вы затронули перед этим. То есть я думаю, что вот эти основные вещи, о которых я сказал, они достаточно важны, и мы и именно важны в молодежной политике. Вот я уверен, что вы, ну, как минимум отслеживали ситуацию, когда у нас была вот 2014 года Майдан, когда наша молодежь вышла с акцией протеста. Да, и вот с чего, собственно говоря, Майдан начинался, это с того, что разогнали силовым способом молодежь. Как вы считаете, вот такое вот гражданское самосознание, такой гражданский патриотизм, чем он обусловлен и что можно сделать для того, чтобы вот, ну, скажем так, его увеличить, то есть именно патриотизм, любовь к родине, любовь к своей стране, и вот, вот отсюда будет вытекать и уважение, и желание защитить, и желание жить лучше, чем, ну, чем до этого. Мне кажется, что в первую очередь нужно просто честно работать, работать от сердца и делать все, чтобы люди в нашей стране, особенно в Литве, получали качественные услуги, чтобы люди понимали, что другие люди, которые именно занимают какие-то посты в госучреждениях, что они стараются именно для них. То есть не для себя, а именно для тех людей, для граждан той или иной страны. Мне кажется, что если граждане страны это понимают, то есть тогда и активизация совсем другая. Когда человек видит, что на его какую-то проблему система дает ответ, и этот ответ не через месяц, не через два месяца, а ответ в течение 2-3 дней, и система реагирует и понимает, что да, это для человека проблема, потому что, как мы знаем, любая проблема для конкретного человека, она самая большая для конкретно его. То есть, самое важное, и да. Самое важное. И мне кажется, что в том случае, если система выдает правильные ответы, и она беспокоится об этом человеке, то есть это первый из основ активизации общества, что человек понимает, что это общество дано от нему и почему оно должно дать этому обществу. И здесь опять же говорится о той же гражданственности и гражданской позиции. Мне кажется, что это очень важно. И мы в нашей стране, для нас вот этот аспект очень важен. Что ж, спасибо большое за беседу. К сожалению, время программы нашей подошло к концу. Ну, уважаемые зрители, мы послушали сегодня, как, собственно говоря, вот, ну,
европейская страна живет, что она делает для своей молодежи. Надеюсь, что, собственно говоря, и мы достигнем этого уровня. Ну, раз мы обмениваемся как минимум мнениями и приглашаем специалистов поделиться своим опытом и его принять. Да, как говорил Шевченко, и свого не цурайтесь, и чужому навчайтесь. А на этом я прощаюсь с вами. Спасибо, что были с нами. Телеканал Николаев, с нами всегда интересно. Смотрите нас, не переключайтесь.